Я Сильвестров Андрей Евгеньевич, командир взвода военизированного газоспасательного отряда УАО «Гомельский химический завод». Мое утро начинается с пешей прогулки по территории завода. Далее в 7:30 у нас происходит планерка, где мы поднимаем текущие вопросы, закрываем вопросы, которые были уже решены, и намечаем план на ближайшие дни. После этого происходит развод, где собираются личный состав заступающего отделения и сменяющего. Там мы доводим текущую важную информацию, доводим решения, которые были приняты на планерке. Вот. После этого происходит прием сдачи дежурства. Так, здесь у нас находится комплект уплотнительных манжет, пневматические клинья и копье для устранения течи, пневматические подушки. Этот ролет, костюмы. Далее следует альпинистское оборудование различное. Это и веревки, и принадлежности для подъема, спуска по веревкам. Здесь уложены двойные дыхательные аппараты. Кроме того, это на аварийный случай. Если же пожар, там мы используем одинарные. Вот. Здесь мое место, командира взвода. Я также выезжаю на все аварии к выполнению норматива «Приступи». Основная функция нашего отряда – это спасение людей. Работа – это смысл жизни. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.